Приятного аппетита! Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. В общем, ребята, продолжаем мы играть. Кстати, возьми вкусняшку обязательно и сейчас в офигеть. К сожалению, это демо-версия, но здесь 3 трека. Так что скоро будут у нас новые недели. Бойфренд и подружка в России. Представляешь себе? Но это качественная модификация. У нас была модификация, где они там в России, в русском падике, где гопники были. Но здесь немножечко все по-другому. Ну и, конечно, какой русский мод без кваса? Аля! Русский узор, квас летний. Купил 2,5 литра, блин, чтобы записывать кучу видосов. Я просто, друзья, сейчас, если что, на отдыхе, решил отдохнуть, чтобы все-таки, ну, не каждый прям день записывать, а именно через день. Вот, я обещаю, наступят такие времена, что через день будут видосы. Прям хочу постараться для вас, чтобы канал был активным, а то через 3 дня видосы, это, конечно, такое. Вот. Но если что, пока что в среду и в субботу будут. Я 2 недели буду отдыхать. Короче, хорош, болтать, погнали. Это что там было? Офигеть. Так. Тут у меня аж очки есть на нормале. Так, и тут у меня есть... Так, туториал. Давай, наверное, в туториал зайдем. Как там будет вообще? 3, 2, 1, go! Руф? Это Россия, дядька. Офигеть, Руф, тут Руф, прикинь. Еще зима, блин, зимушка. Я как будто в родной Екатеринбург попал, блин. Мне аж холодно стало, реально. А такой метели, блин. Это просто чумовая модификация. Ой-ой-ой-ой-ой, прям... У нас на самом деле сейчас жара. В Воронеже, ребята. Это капец. Какая. Руф, к сожалению, не шевелится. Прям как статуя. Замерз, поди-ка, а? А чё, шапка-ушанка-то шо, не греет? Блин, ну это было круто, ребят. Мне вообще прям понравилось. А это только туториал. Это только туториал. Представляешь себе? Все, мы прошли туториал, а теперь отправляемся вот сюда вот. Сейчас заценим с тобой. 3, 2, 1, вау. Go. Так, нам... Тут, кстати, спама